Российская столица фонтанов Петергоф готовится к летнему сезону. Сегодня в императорской резиденции проверяли, все ли готово к предстоящей водной феерии. Елена Горшенина выяснила, зачем техникам нужно качать мускулы, и убедилась. Лучше, чем 250 лет назад, и сейчас фонтаны строить не научились. В Петергофе их так и называют пожарной командой, фамилию и бригадира соответствующие ЧК. Сварка, замена труб, общий ремонт – они всегда там, где непросто. И знают по номерам все 600 кранов фонтанного комплекса. Сейчас проблема у 147-го. На себе еще. Работы у нас хватает круглый год. Протечки, ремонт. Нехорошие товарищи сломали что-нибудь. И это еще ничего, говорят ремонтники. На их счастье в комплексе нет насосов. Вся система Петергофа выстроена на естественном спуске воды. Фонтан, она поступает с Тропшинских высот, и от людей требуется немного, лишь поворачивать краны. Почти за 3 века здесь переделали немного. Первые деревянные трубы, конечно, заменили, но с середины 18 века и по сей день в подземельях лежит демидовский продукт. Петерговская фонтанная система – это просто гениальное изобретение, по моему мнению. У нее такой большой запас прочности заложен. Даже если мы когда-то пытались что-то заменить, усовершенствовать, в результате оказывалось, что все это работает хуже, чем было задумано исторически. Единственное новшество, которое прижилось – трубы разного цвета, чтобы техники не запутались. По красной, например, вода идет на большой каскад, синяя обслуживает чаши, а зеленая – Самсон. Подавать воду на него может только молодой и тренированный мужчина. Вячеслав Николаев спортом занимается каждый день. Я когда первый раз включал, я еще был довольно маленьким. А Самсон – задвижка большая, она полтонны весит. И там не так уж легко было повернуть. И я там старался. Но ничего, первый раз прошло нормально. Майно, второй раз лучше, лучше и лучше. Сейчас вообще без проблем открывают Самсон легко. Так что перед открытием Самсон лишний раз стараются не запускать, только на генеральной репетиции. Зато остальные фонтаны сегодня тестируют по очереди. Я на второй, давай второй поднимаю. К запуску фонтанов почти все готово, на 99%. Остались последние штрихи. Где-то вентиль подкрутить, где-то высоту струи отрегулировать. Мастера говорят, за 2 суток справятся. 1 мая Петергоф встретит гостей во всем своем императорском великолепии. Елена Горшенина, Олег Прохоров, Виктор Летяга, 5 канал.